Многие деревья – настоящая загадка. Чтобы понять, в какой технике и из чего они сделаны, приходится довольно долго разглядывать работы. Дерево, металл, бумага, конфеты, пластиковые ложки и вилки, ракушки, кофейные зерна, шишки и сахар. В ход идет все, что угодно. Мне мама подала идею, и мы решили сделать эту елку. Новый год – это, конечно, такой большой праздник, и он вдохновляет, да. Более 500 работ оценят преподаватели Сочинского института моды, члены Союза дизайнеров и Союза художников России. Именно для этого создавался конкурс елок, чтобы дети учились искать нестандартные решения, исходя из классических, абсолютно стандартных материалов. Ну, я думаю, что у нас получилось. Победители конкурса определят в конце следующей недели. За понравившиеся работы могут проголосовать и посетители выставки. Одна из елок получит приз зрительских симпатий. Экспозиция будет работать в здании Сочинского института моды, бизнеса и права до 15 января. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.